Ассоциация деловых женщин Казахстана решает вопросы не только гендерного равенства, продвижения женщин в политику, но и заботится о тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Только чуткое женское сердце точно знает, кому нужна помощь. К сожалению, в последние годы проблема бытового насилия и среди молодых пар, и среди старшего поколения увеличилась. В Ассоциацию деловых женщин Казахстана обращаются женщины с такими проблемами. Так, в ассоциацию нашей области обратилась молодая замужняя девушка с проблемой бытового насилия в семье. Организация, в свою очередь, сумела оказать всестороннюю поддержку и помощь. Во-первых, юридическую помощь. Да, мы помогли ей обратиться в департамент полиции, составить жалобу. Мы помогли и следили очень тщательно за ходом расследования. Мы помогли с адвокатом. Мы помогли затем у ребенка в семье возникли очень большие проблемы со здоровьем. И самое главное, что благодаря женщинам ассоциации мы смогли еще и пролечить этого ребенка. Вот сейчас у него реабилитационный период идет, и я надеюсь, что все восстановится, если вдруг что-то опять будет, какие-то проблемы и сложности, мы снова будем оказывать помощь. То есть таких подопечных женщин, которые вот есть у нас, да, мы их ведем до того момента, как у них в жизни все благополучно наладится. В результате расследования было выдано защитное предписание. Стоит отметить, что для расширения прав и возможностей женщин Казахстана самые крупные женские организации объединились и создали Альянс женских сил Казахстана. Данасамат Нурланбек Турсун, Ерболат Джакаш, 77 News.